Я приветствую каждого, кто сегодня вечером с нами. Здравствуйте. Всем тоже говорю добрый вечер и приветствую тебя. Добрый вечер. Мы часто посвящаем наши встречи здесь, в телекафе «Вечерний Витебск», людям, которые выбрали служение. Служение, может быть, даже и другим людям в том числе. И мы очень любим таких гостей, потому что мы прекрасно понимаем, что рано или поздно, ну, каждый человек так или иначе сталкивается, в данном случае, с медициной. И всегда важно понимать, что можно довериться, можно быть спокойным, можно ни о чем, конечно, ни о чем совсем не думать не получается в таких ситуациях, но можно понимать, что помощь рядом, и ты не остаешься один на один со своими, ну, какими-то нерешенными проблемами. Или какими-то опасениями, да, какими-то страхами. Но сегодня у нас передача, в общем-то, даже вдвойне посвящена, можно сказать, людям, отдающим себя служению, потому что наши гости сегодняшние, ну, как Ваня уже сказал, это медики, но не только медики, но еще и учителя, преподаватели. То есть две благородные профессии объединились в этих людях в одну. Мы сегодня будем говорить о работе Полского медицинского колледжа. У нас в гостях сегодня и взрослые, и дети. И мы сегодня поговорим о том, как, чем живет этот колледж, как учатся там дети, как учатся там взрослые. И самое, наверное, главное, чем они занимаются после учебы. Действительно, я уверен, что колледжу будет о чем рассказать, и как бы нам времени, как всегда, хватило. Я думаю, там есть и специальности, которыми может гордиться только Полоцк. Но вот обо всем об этом мы поговорим. Сейчас как раз такая пора, когда разговоры о поступлении особенно актуальны, да. Поэтому дадим возможность посмотреть афишу всем нашим телезрителям, а всем тем, кто еще пока не у экранов, срочно присоединиться. В Музее истории Витебского народного художественного училища действует выставка актуального художника Алекса Гончаренко «Квантовая семиотика. Обретение новой реальности». Художественная интуиция открывает пути познания настоящего и будущего. Так, в творчестве Алекса Гончаренко сложился образ квантовой вселенной, пронизанной токами, частицами, объятой свободой вечного самообновления. Кроме того, в его произведениях нашли отражение открытия, связанные с понятием квантовая семиотика, которое пока не имеет однозначного научного толкования. В музее Марка Шагала выставлены оригинальные сатирические образы в графике из фондовых собраний. Шагал известен не только как живописец, он оставил много интересных работ, выполненных в технике афорта. Афорт — это гравюра, также афортом называют оттиск с такой гравюры. На Толстого 7 – выставочный проект молодых белорусских фотографов с разных кутков Беларуси. Пагорки часто занимают особливо святое место у разных культурах и служат крыницей возникновения мифа. Невысокие бесконечные вершины, погляд за яких протягивается перспективой бесконцых плавных адлюстрований, не одной чи становились полем деяния того ти иншего эпосу ти героя. В Витебском областном краеведческом музее действует фотовыставка Евгения Халдея «Знамя Победы». Это известный военный фотокорреспондент ТАСС. В Великой Отечественной войне он участвовал с первого до последнего дня, прошел путь от Мурманска до Берлина. Освещал парад Победы на Красной площади в Москве, Потсдамскую конференцию и Международный военный трибунал в Нюрнберге. Многие его работы стали классикой мирового фотоискусства, неоднократно демонстрировались на выставках, публиковались в СМИ и печатались в книгах. Увечеры Колосовский театр запрашивает на гастроли актеров с Брянска. Там отбудется показ спектакля «Птица Феникс возвращается домой» по пьесе Ярославы Пулинович. Над спектаклем працевала творчая группа из Москвы, режиссер-постановщик Яуген Закиров. Мы возвращаемся в студию, и я с огромным удовольствием представляю первую часть наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии Полоцкий государственный медицинский колледж имени Героя Советского Союза Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко. И я с удовольствием представляю директора колледжа Ирину Николаевну Шевякову. Еще у нас в гостях сегодня Татьяна Петровна Длужневская, заведующая отделением подготовки кадров, и Алексей Викторович Войченко, заведующий отделением повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы бывали у вас в колледже, мы снимали у вас в колледже, и зрители сегодня еще увидят такую экскурсию по вашему колледжу. Ну, предлагаю
начать сегодня сначала. Ирина Николаевна, может быть, вы нам несколько слов скажете. Колледж, правда, находится в самом центре Полоцка, в таком историческом месте, в здании, которое всегда принадлежало именно медицинскому учебному учреждению. Ну вот хотя бы несколько слов о богатой вашей истории. Спасибо большое, что пригласили нас снова. Мы очень рады быть здесь и, конечно же, рассказать о нашем прекрасном колледже, о нашем прекрасном городе. Вообще колледж имеет доисторическое еще открытие, то есть когда в 1937 году, 9 июня, было принято решение в 23 городах нашей республики открыть колледжи. И мы были открыты в этом же году, причем были достаточно большими, то есть 300 человек набирало именно наш колледж, в отличие от других. Вот. Но, конечно, война внесла свои коррективы, да, и колледж закончил работать в 41-м году, ну, вот, выпустив уже тогда 600 медсестер, которые пошли, конечно, воевать. Но дальше уже в 44-м году, 1 августа, мы снова возобновили работу и до сих пор работаем успешно. Вот, получив уже название вместо школы медсестер – училище, затем было присвоено звание колледжа. В 1985 году мы получили звание имени Героя Советского Союза Зинаида Михайловна Туснолобова и Марченко. В 2006 году, 2011 года, правда, наш колледж был немножечко закрыт, оставаясь центром переподготовки и повышения квалификации. Uh-huh. Вот. Но в 2011 году мы снова возобновили прием учащихся, и вот до сих пор наращиваем прием, вот, и работаем как колледж имени Героя Советского Союза Зинаида Михайловна Туснолобова и Марченко. Скажите, пожалуйста, Ирина Николаевна, ну, давайте мы со взрослых, наверное, начнем. Колледж, может быть, по сравнению с остальными медицинскими колледжами, ну, я не знаю, там, нашей страны, он не очень большой, да? И, как вот на мой взгляд, это вообще хорошо. Камерный, небольшой, все детки на глазах, все взрослые тоже, да, свои, родные. Я была у вас на съемках. У вас действительно очень такая вот атмосферная какая-то обстановка, свойская такая, вот я бы сказала, такая домашняя. Дети все по именам называются. Ну уж простите, что я говорю дети, тут дети там за кадром, ну, у нас пока. Но я думаю, что, ну, можно мне уже так, mm-hmm, ладно, уже снисходительно к этому отнестись, да. Но очень важно, понимаю, что самое главное – это дети ваши учащиеся. Самое важное – кто их учит. Расскажите нам, пожалуйста, о вашем преподавательском составе. Если говорить о преподавательском составе, то у нас штатных преподавателей 38. Почему говорю штатных? Потому что у нас еще и много внештатных специалистов, врачей или специалистов со среднеспециальным образованием, которые также помогают нам в учебном процессе, но работающие в практическом здравоохранении. Конечно, все наши преподаватели – это тоже лица, которые имеют медицинское образование или высшее, или среднеспециальное, и плюс еще педагогическое. То есть это люди, которые пришли в колледж обучить еще тех, кто будет работать в практическом здравоохранении. Слушайте, у вас же еще своих много. Тех, которых вы учили, которых вы выпускали. Вообще даже у нас еще много тех, кто отучился вначале в колледже, в училище. Вот, например, Алексей Викторович. Даже я сама, в принципе. И вы тоже, да? Я тоже когда-то выпускница. Татьяна Петровна, может быть. Нет, Татьяна Петровна нет, но остальные, да. Вот, очень много выпускников у нас, да. Поэтому, проработав в практическом здравоохранении, так получается, что вот возвращаемся еще и здесь. Хотя очень многие еще и совмещают эту работу. Uh-huh. Вот, мне кажется, вот, когда совмещают, это особенно интересно, потому что это шанс побывать у твоего преподавателя ведь на рабочем месте, да? Я думаю, в какой-то степени, и на дежурство, да, даже, может быть, конечно, попасть. Да, и, по крайней мере, преподавателю даже немножечко и проще привести, да, на свое рабочее, да, место, конечно, и показать, да, те моменты, договариваться, которые... с кем-то из, да, коллег, да, да, когда показать это... свою работу. Поэтому это, конечно, очень приветствовать. Очень сложно, конечно, это все совмещать, но в любом случае. Поэтому у нас есть и преподаватели-совместители, именно которые работают в практическом, да, опять же, для того, чтобы приблизить, чтобы вот этот процесс шел немножечко полегче. У нас очень квалифицированные преподаватели. У меня 16 педагогов, которые имеют высшую категорию. 4 преподавателя имеют нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Поэтому мы считаем, что кадры у нас тоже квалифицированные. Стараемся выпускать наших учащихся тоже квалифицированных. А скажите, а очень изменился сам процесс подготовки? Вот вы когда учились и сейчас как обучают? Потому что, ну, кажется, ну, что там глобально может измениться? Да, уход за больным, какие-то, ну, определенные процедуры, они, в общем-то, не меняются там, уже много лет.
Да, тематика, возможно, и не меняется, да, действительно, да. Вот, да, чему научить нужно, но как это сделать, конечно, сейчас это стало значительно интереснее, то есть вот наша открытая лаборатория практических навыков, где существуют тренажеры, симуляторы, на которых можно оттренировать все, да, начиная от инъекции, заканчивая перевязкой и наложением швов и всего остального, и даже перекладыванием пациента. Поэтому сейчас уже не научиться, наверное, вообще невозможно. Если раньше мы учились так немножко, иногда даже сами на себе, вот, то сейчас все это оборудование есть, это очень интересно. И сама методика преподавания сейчас идет немножечко другая. Мы ее называем практикоориентированно, когда на занятиях уже назначают такие ситуационные игры. Да, мы играем уже в те ситуации, которые могут быть в реальной. Кто-то играет роль врача, кто-то медицинской сестры, кто-то младший медперсонал. И обыгрываются жизненные ситуации, да, клинические жизненные ситуации. Вот, поэтому, и кроме этого, даже мы еще сотрудничаем с нашим ВГМО, это университет, который помогает нам также вот отредактировать эти практические навыки у них в лаборатории практического обучения. Когда мы в рамках программы «Живи и здравствуй» приезжали к вам и снимали сюжет «Жизнь замечательных врачей», про вашу замечательную совершенно и преподавательницу, да. И, я не знаю, в Полоцке одного из самых известных акушеров-гинекологов, вот она нам говорила: «Боже мой, когда я начинала работать, на всю жизнь она работала на двух работах, и в роддоме, и у вас», она говорила, «когда я начинала, боже мой», а человек уже, ну, в общем-то, глубоко на пенсии, у нас же вообще ничего не было. Был вот только стетоскоп там, да. и какие-то вот абсолютно такие элементарные инструменты. А сейчас у нас есть Ирочка, сказали мне. А Ирочка – это манекен. И там, кроме Ирочки, все, что к Ирочке прилагается, все есть. И к Ирочке, опять же, относится по-своему, по-домашнему. Там рожает, как это, по несколько раз каждый день. Но вот Ирочка занята, да. Какая у нее функция? Хорошо, давайте тогда к специальностям, на которые вы обучаетесь. Татьяна Петровна, это вопрос к вам, конечно. Расскажите, пожалуйста, какие специальности у вас, кого вы принимаете, кого вы ждете в этом году? На сегодняшний день мы обучаем учащихся по двум специальностям. Это сестринское дело с получением квалификации, медицинская сестра и медицинский брат. Так, и лечебное дело, получение квалификации, фельдшер-акушер, помощник врача по помощник врача. Вот. На сегодняшний день у нас в колледже 8 групп учатся, это 233 человека, то есть небольшое количество. Куда дети, абитуриенты, больше всего стремятся? Распределиться? Из этих двух направлений? Нет, из этих направлений. Что более популярно, да? Ну, мне кажется, в нашем колледже популярны и лечебное дело, и сестринское дело. Ну, хорошо, давайте так, среди парней, поскольку есть сестринское дело, парни, насколько охотно идут туда или все-таки выбирают другую специальность? Парни учатся у нас на лечебном деле, вот. Есть. На сестринском деле тоже есть. Но здесь еще, наверное, и проходной балл играет роль, потому что на лечебное дело все-таки проходной балл немножечко выше. И даже вот бывает так, что хотел бы поступить на лечебное дело, но не прохожу, и тогда поступают на сестринское дело. Вот. Но сказать, что ребята перестали поступать на сестринское, нет. А теперь, когда еще медбратья, да, то есть... Они же теперь называются медицинские брат. До недавнего времени, да, ведь... Да, была медсестра в дипломе. Профессия называлась медицинская сестра, а сейчас есть медицинский брат и медицинская сестра. Да. Скажите, а можно, например, поступить на ту специальность, вот, ну, на которую человек поступил, поучился немножко и понял, я хочу вот на другой. Можно как-то перейти? Или это уже нет, да? Нужно доучиться? Было несколько лет назад, когда так обучали вначале медсестера, потом предлагалось еще проучиться год и получить уже фельдшер или акушер. Но, к сожалению, пока по программе это, хотя рассматривается такой вопрос. Скажите, а насколько эти вот специальности, как мне, со стороны человеку с немедицинским образованием, ну, который очень много работает с медицинской тематикой, мне кажется, что это очень близкие специальности, да? Или все-таки очень отличается обучение вот на двух этих направлениях? Ну, они, наверное, похожи на первом курсе, а дальше, конечно, кто заканчивает лечебное дело, помощник врача, фельдшер-акушер, мы называем их маленькие доктора. Они более глубоко все, вот, и они имеют право самостоятельной работы. Медсестры, медбратья – это все-таки помощники уже врача, да, под его руководством, поэтому, конечно, программы немножечко отличаются, но и сроки обучения отличаются, потому что медсестры учатся 2 года, фельдшера – 3 года.
И медсестры, наверное, вот эта вот специальность, она такая более, больше то, что нужно делать руками, манипуляции какие-то. Прикладная, да, правильно. Да, прикладная, а лечебное дело – это уже такая профессия и прикладная, и уже время, такая, где вот, самостоятельно можно принимать решение. Но, Алексей Викторович, я не знаю, может быть, человек, ребенок заканчивает определенную какую-то свою специальность, которую он закончил, а хотел бы другую, тогда он может переходить в ваши руки. Он придет ко мне в руки, как говорится, никуда он не денется. Любой выпускник нашего колледжа вполне может прийти на курсы повышения квалификации либо переподготовки. Курсы повышения квалификации – это неделька, две, и, соответственно, в комфортной, в кулуарной обстановке можно пообщаться со своими коллегами, приобрести какие-то новые знания, усовершенствовать практические навыки. То есть, ну, не остаться за бортом, быть в тренде, как говорят. Вот. В то же время, действительно, выпускники нашего колледжа могут получить дополнительное образование. Это пройти курсы переподготовки в течение 3 либо 4 месяцев. У нас в колледже переподготовка осуществляется по 4 специальностям. Это по анестезиологии, соответственно, мы получаем медицинского брата анестезиста, либо медсестру-анестезистку. Затем по направлению хирургия, операционные медсестры, операционные братья, физиотерапия, медсестры-медбратья по физиотерапии и рентгенология, соответственно, рентгенолаборанты. Все эти профессии в настоящее время очень востребованы и позволяют действительно человеку оказывать квалифицированную медицинскую помощь и расти профессионально. А вот в момент обучения на для переквалификации, переподготовки, нужно оставить свое место работы или это можно как-то совмещать? Нет, обучение только очное. Но верну вопрос. Хотели бы вы, чтобы вас лечил человек-заочник? Нет. Наверное, нет. Поэтому только очное обучение. Подождите, ну неделька-две переподготовка. Повышение квалификации. Это без отрыва от производства, я так понимаю? Или... С отрывом от производства. Ну, увольняться не надо. Нет, ни в коем случае, спасибо Господь. Дается возможность такая. Конечно. Внимательно направляет. Не реже раз в 5 лет ко мне приезжают и медсестры, и фельдшера, помощники врача, и, соответственно, повышают свой профессиональный уровень. Без, как говорится, не теряя основного места работы ни в коем случае. То же самое касается переподготовки. Скажите, если вот кто-то вас слушает сейчас, и кто-то, допустим, из других городов, не из Полоцка, не знаю, из Витебска, из Орши, там, из каких-то, ну, небольших городков, захочет к вам приехать, это же возможно, правда? Конечно, это возможно. Ежегодно повышение квалификации переподготовки у нас на курсах проходит более 1500 человек со всех регионов нашей республики. Для того, чтобы попасть на курсы переподготовки, нужно, ну что, поступать же не нужно, это же нужно как-то связаться. Ни в коем случае. Вся необходимая информация представлена на нашем сайте, пожалуйста, контактные телефоны, подается заявочка, и человека мы ждем, как говорится. Принимаем на курсы повышения квалификации переподготовки по основному образованию, то есть это сестринское дело, лечебное дело, медико-профилактическое дело, организация здравоохранения и лабораторная диагностика. Пожалуйста, никаких проблем. Мне всегда, слушай, мне всегда хочется сразу на лабораторную диагностику. Но с нашим с тобой образованием невозможно. Нет, это только медицинское. Это только с профильным медицинским образованием. Может быть, мне поэтому и хочется. Татьяна Петровна, расскажите нам, пожалуйста, о приемной кампании вы, раз уж это ваша непосредственная работа, вы занимаетесь именно вот учащимися, студентами, как у вас организовано это, тоже как можно к вам поступить? Ну, приемная кампания, там будет работать приемная комиссия, сроки приема документов в этом году с 20 июля по 3 августа, это для абитуриентов, которые закончили 9 классов. А с 20 июля на бюджетную форму обучения. С 20 июля по 6 августа для тех, кто закончил 11 классов. И по 13 августа это на платную форму обучения. Вот. А набор у нас в этом году будет по 2 специальностям также. Единственное изменение, что мы в этом году будем набирать после 9 классов уже больше абитуриентов. Это будет 2 группы. Большее количество. Да, большее количество. Вот. И по 1 группе сестринское дело и лечебное дело. И тех баллов, которые будут получены в аттестате по результатам экзаменов, это достаточно для того, чтобы участвовать в конкурсе вашем? Да, будет конкурс аттестатов. Так как вот сейчас это принято, то есть специальных каких-то экзаменов, дополнительных собеседований, встреч, не надо. Только вот конкурс аттестатов.
Да. По целевой, да? Угу. А по целевым договорам также у нас будет прием. Вот. И что ждали многие родители, а также родственники девятиклашек, будет осуществляться прием именно после девяти классов. По целевым направлениям. Вот достаточно большое количество, это 32 места. Да. Вот, целевые договора в этом году можно заключать не только с главным управлением по здравоохранению Витебского облсполкома, но также с городскими и районными больницами Витебской области, так и, ну, включая Аршанскую центральную поликлинику. То есть, в принципе, те учащиеся, которые придут к вам по целевым направлениям, они поедут работать туда, кто давал им это направление. Да. А другие, которые не имеют целевых направлений, куда они распределяются? Они распределяются в соответствии с потребностью Витебской области, по больницам в первую очередь. Но распределение обязательное, и оно есть? Да. Кто на бюджетной основе обучается. Распределяются у нас 100% все наши выпускники. Вот. Ну, опять же, это большая часть Витебской области. Платники, которые обучаются у нас, по их желанию также могут направляться. У них тоже достаточно большой выбор, вот, где они хотят работать, могут направляться на работу. Кстати, а насколько часто действительно те, кто платно обучался, затем обращаются к вам с просьбой помочь найти первое место работы? Я понимаю, что в медицине, наверное, может быть, даже и сложновато бывает тем, кто вот еще не имеет опыта и не имеет каких-то навыков, не имеет, может быть, какого-то наставника, который за руку приведет и скажет, давай-ка ты вот здесь поучишься, потом будешь работать. Насколько часто у вас случается такое с теми, кто вот платно учился? Ну, мы всегда на распределении предлагаем места. Вот. А они уже либо соглашаются, либо отказываются. Понятно, идут тогда своей дорогой. Да, свободное плавание. Да. То есть даже тот, кто учился платно, да, он может взять направление на работу как молодой специалист, если он соглашается сразу здесь на распределение. Вот. Если он нашел, конечно, себе какое-то другое место работы, ведь уходят некоторые не только в организации здравоохранения, а в те же санатории еще куда-то. Да, они вот не подлежат здесь у нас обязательному распределению. Вот они тогда уходят без направления, а все остальные у нас в этом году тоже, наверное, практически половина платных все-таки взяли направление на работу сразу. Они уже определились, поэтому, получая статус молодого специалиста и все остальные льготы, которые будут касаться этих специалистов, они берут направление на работу. Поэтому. А из тех, кто приходит к вам на курсы повышения квалификации или переподготовку, тоже по вашему опыту, понятно, медик – это человек, который всегда должен развиваться. Как у вас складываются с ними именно вот учебные взаимоотношения? Ведь люди уже что-то умеют. Люди уже что-то умеют, и они хотят прийти к вам, чтобы еще подняться. Я поняла, что у вас преподаватели лучшие и замечательные, и практикующие врачи. А вот для тех, кто хочет выше, вот для них, откуда вы берете, я не знаю, преподавателей? Или какие-то у вас особые методы есть? Есть, конечно. Действительно, специфика обучения взрослых, она отличается от специфики обучения именно школьников. Во-первых, взрослый человек имеет какой-то практический опыт. Во-вторых, он сдается целью, конкретной целью, приходя к нам на курсы повышения квалификации или переподготовки, приобрести новые знания, практические навыки и практически немедленно использовать их, опять же, в практической деятельности. Да. То есть он знает, зачем пришел. Как мы учим? Здесь принцип «равный обучает равного» реализован как нигде. Действительно, мои коллеги правы, у нас огромное количество преподавателей, совместителей, прежде всего из Полоцкой центральной и Новополоцкой центральной городской больниц. Более 150 человек у нас таким образом работают. То есть, обладая новыми технологиями, знаниями, они берут себе действительно коллег и обучают их именно в практике. То есть, здесь не идет образование с нуля, а именно идет по нарастающей. Человек приобретает новый опыт, опять же, новые знания и, соответственно, сразу же, приходя на рабочее место, упускает их на практику, оказывает квалифицированную медицинскую помощь уже на более высоком уровне. Поэтому здесь с какой-то стороны сложнее со взрослым найти взаимоотношения, с другой легче. Он уже обладает каким-то опытом, и поэтому составить диалог намного проще.
Ну вот инновационные методы, да, я понимаю, что, ну я не знаю, те, кто в больницах, допустим, врачи работают на какой-то новой аппаратуре, они ну, могут совмещать работу и у вас тоже, и вот тех, кто хочет, кому нужны документы, и нужны практические навыки, они у вас и обучаются. Вообще ведь колледж – это именно та ступень обучения, которая учит практике, учит практическому, именно вот такой вот работе, здесь и сейчас, на месте. Я понимаю, что, отучившись у вас, наверное, определенный процент и детей, и взрослых хочет, может быть, пойти в вуз. У вас есть какие-то, может быть, тоже, я не знаю, договоренности, какие-то льготы или какая-то, я не знаю что, напутствие тем, кто хочет туда пойти? Ну, во-первых, те, кто заканчивает наш колледж с красным дипломом, да, они имеют преимущество, то есть имеют 100 баллов, скажем так, по биологии. Но это нужно еще закончить на красный диплом, да. Кроме этого, с прошлого года, да, идет поступление в университеты по целевому договору, поэтому тоже, когда идет собеседование по биологии и есть плюс красный диплом, вот этот год, это тоже будет преимущество. Ну и кроме того, если наш учащийся решил все-таки выбрать какую-то специальность, может быть, не совсем связанную с медициной дальше, да, опять же, красный диплом не в некоторые вузы имеют право даже первоочередного поступления. Например, вот, поэтому и в педагогическом есть такие моменты. Там у нас очень многие уходят потом на психологов, допустим, еще и становятся медицинскими психологами. Логопеды, дефектологи. Да, да, да. Кто-то идет в физкультурные институты, да, и потом тоже становится там инструкторами ЛФК. То есть, имея и медицинское образование, и плюс еще вот дополнительное какое-то. И потом расширяется круг его возможностей работы. Поэтому среднеспециальное образование медицинское сейчас очень необходимо. Потому что те же массажисты, да, которые сейчас некоторые работают в каких-то кабинетах, те же косметологи, да, все должны иметь медицинское образование. Поэтому вот в прошлом году к нам пришло очень много учащихся, которые не после школы, а уже работали по каким-то своим специальностям. Им не хватает для дальнейшего, скажем так, вот этого среднеспециального диплома, и они сейчас к нам поступили и обучаются на очной форме обучения, чтобы получить эту специальность. А вот скажите, с кем вам работать, я уж не знаю даже, как сформулировать проще или интереснее. У вас есть девятиклассники, у вас есть одиннадцатиклассники, у вас есть мотивированные люди, вернувшиеся к вам для того, чтобы повышать свои умения. Вот скажите, с кем вам работать легче и, может быть, чьи вот эти вот усилия более оправданы окупаются? Ну, работать, наверное, со всеми интересно, в первую очередь, скажем. Сложности, конечно, есть и с девятиклассниками, да, потому что вообще мы как-то их совсем Вот учишь таким серьезным вещам, в конце концов, ребенок 15 лет, ну, конечно, когда приходят очень мотивированные, то есть, да, когда вот мы говорим, что они знают точно, что мне вот нужна эта специальность, здесь проблем вообще не возникает. То есть они успеют содержать свою семью, растить детей, да, еще учиться на восьмерки и девятки. Ну, вот, ну, все остальных мы учим даже в первую очередь учиться. Потому что медицину нужно отработать, узнать, то есть так, чтобы это было отточен любой навык. Да? Здесь не просто вот там выучил формулу и все. Здесь нужно, чтобы руки работали и голова работала вместе. Безусловно. Поэтому с каждой категорией просто по-своему нужно искать какой-то подход. Ну и, наверное, еще нужно, особенно если мы говорим о совсем юных, может быть, они даже не до конца представляют, что их ждет, да, что это за профессия. Ну, к счастью, я думаю, не все в детском возрасте попадают в больницы, да, и видят изнутри, как там что работает, и для многих это, может быть, вообще оказывается, ну, чем-то таким новым, неожиданным. Они слышали, что это хорошо, что это правильная профессия. Благородная. Родители дома, может быть, рассказывали, не у всех есть медицинские династии. И дальше вам с ними тоже приходится работать, приводить в больницы, знакомить с тем, что им предстоит делать дальше. Ну, они уже практически, ну, девятиклассники со второго курса будут посещать больницы, да, хотя уже на первом курсе есть у них такая первичная подготовка. Вот, ну, понимаете, ведь здравоохранение тоже можно подобрать профессию. Кто-то будет работать в стационарах, кому-то больше нравится в поликлинике с доктором, кто-то в детской поликлинике, кто-то во взрослой поликлинике. Поверьте, на распределении наши работодатели, они предлагают массу вариантов, и, в принципе, мы учащихся готовим к распределению, то есть куда бы ты хотел, посмотри на практике. В лабораторию, может быть, пойдет. Поэтому стараемся подобрать, чтобы вот это первое рабочее место стало для него все-таки, ну, настоящим, ему понравилось, а не то, чтобы там
да, потерял интерес к профессии, захотел уйти. Хотелось бы, чтобы остался. Вот скажите, я сейчас подумала про династии, Ваня сказал. Медицинские династии – это отдельно стоящее, так сказать, вот что? Нечто. Вот. Ну, это чаще всего мы так говорим о врачах. А вот в вашей практике, вот если у вас дети из медицинских, может быть, вы из медицинских династий? Ну, нет, не совсем. Мы даже где-то больше, наверное, с педагогических династий, ставшие медиками и вернувшиеся снова в педагогику. В такую свою работу. Ну, а вот есть у вас детки, которые приходят? Есть, у которых или родители, или средний персонал, или даже врачи. Поэтому, да. Я прошу прощения, просто я с многими врачами тоже по работе общаюсь, и очень многие врачи своих детей ориентируют на то, что пойди-ка ты сначала, если хочешь быть медиком, с колледжа начинай, чтобы понять всю профессию, а потом пойдешь уже в университет и будешь глубже. Или поймешь, может быть, что тебе этого достаточно. Мы даже на профориентации очень часто и говорим, вот даже нашим 11-классникам, придите к нам, попробуйте среднеспециальное образование, во-первых, уже будет диплом, и дальше вы скажете, пойду дальше или не пойду. Вот. А даже если нет, ну вот, пожалуйста, переквалифицировался, да. Но это не 6, не 7 лет учебы, которые потом понимаешь, что может быть не совсем мое. Поэтому очень многие ведь и приходят к нам после 11 классов, чтобы понять, вот, и вырасти дальше. У нас в этом году трое выпускников лечебного дела, они планируют поступать дальше в университет. Ну, вообще, на самом деле, даже если закончить колледж и понять, что дальше ты хочешь пойти, я не знаю, куда-то там еще, этот навык, который ты получишь, это бесценный навык. Конечно. Для себя, для своей семьи, для своих знакомых ты будешь уметь делать то, что, ну, необходимо каждому человеку. Это в любом случае пригодится. Не будет такой ситуации, чтобы, да. То есть это будет по жизни с тобой всегда идти. Конечно. В конце концов, три слова, которое всегда кому-то нужно. И не дай бог что, оно тебе может пригодиться даже. Да, но я думаю, что сейчас наши телезрители, которые заинтересовались, ушки навострили, так понимаю, всегда могут зайти в ваши социальные сети, могут зайти на ваш сайт и найти всю информацию и о предстоящей сейчас кампании, да, которая вот-вот вас ждет. Там вся эта информация предоставлена более подробно, и всегда можно найти контакты, связаться с вами. Я должна вам сказать огромное спасибо. Я понимаю так, что все наши зрители уже очень хотят посмотреть, как же он там у вас устроен, ваш колледж, потому что говорить мы можем очень долго, посмотреть это все-таки посмотреть. Давайте мы сейчас предоставим зрителям такую возможность, а будем еще потом встречать еще одну группу наших гостей. Мы находимся в Полоцком государственном медицинском колледже имени Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко. Сегодня хочу вам продемонстрировать место обучения наших учащихся. Сейчас мы пройдем по нашему колледжу. Хотелось бы показать вам кабинет информатики. Информатика у нас оборудована хорошими компьютерными технологиями, мультибордами, телевизорами, компьютерами для анализирования, приобретания навыков, информации для дальнейшего использования в своей работе компьютерных технологий. Далее актовый зал. Здесь не только мы проводим творческие мероприятия, но и проводятся учебные тренинги, встречи с психологами, с администрацией. Далее на этаже у нас существует множество стендов. Стенд абитуриенту, стенды наших достижений, почета, доска. Далее информация, где учащиеся могут посмотреть расписание и получить самую новую информацию, которая у нас актуальна на день и далее. Можно посмотреть также кабинеты теоретических и практических знаний и умений, где приобретают учащиеся. Если обратить внимание на кабинет анатомии, то можно увидеть множество наглядных, дидактических пособий. Это позволяет учащемуся активно вовлечься в учебный процесс для приобретения знаний, актуальных на сегодняшний момент. Далее мы с вами можем посмотреть на нашу лабораторию подработки навыков. Здесь мы с вами наблюдаем 5 модулей. Модуль хирургии, терапии, педиатрии, сестринского отдела манипуляционной техники, а также акушерство и гинекологии. Но если вы обратите внимание, то мы оборудовали у себя на коридоре еще дополнительный модуль оперативного отдела скорой медицинской помощи.
там учащиеся отрабатывают командную работу. Тренинги для эффективного и быстрого оказания медицинской помощи нашим гражданам в критической ситуации. Каждый модуль оборудован 10-12 посадочными местами, 2-4 рабочими местами. Все оборудовано симуляционным оборудованием. Учащиеся активно участвуют в тренингах, манипуляции отрабатываем. Все делается для того, чтобы мы более приближенно попадали бы в ту ситуацию, с которой мы столкнемся в учреждениях здравоохранения. Также вы обратили внимание, что все модули оборудованы и спроектированы так, как таково предполагается в учреждениях здравоохранения. Это нужно для создания более реальной ситуации. В окончании нашей экскурсии хотелось бы подытожить тем, что наш колледж создает высококвалифицированных специалистов для дальнейшей работы в практическом здравоохранении. Наши гости, которые сменили первую тройку игроков, теперь у нас последующая тройка. Я с удовольствием представляю вам Ирину Казимировну Дубину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, Элеонору Горбунову, командира студенческого медицинского круглогодичного отряда «Медик» имени Героя Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко и Светлану Остапенко, члена молодежной инициативной группы «Эверест» по продвижению здорового образа жизни. Девочки, учащиеся третьего курса, ваша специальность – лечебная дело, правильно. Вот. Ну, начнем мы, конечно, с Ирины Казимировны, потому что она отвечает за все то, что происходит после занятий или кроме занятий. Ирина Казимировна, расскажите нам, пожалуйста, то, что хотят услышать все абитуриенты сейчас. Как же оно после учебы? У нас очень насыщенная жизнь после учебы. Она немножко бывает и во время учебы. У нас очень много мероприятий районного уровня, областного уровня, республиканского уровня, и, конечно же, наши колледжные мероприятия. Мы участвуем практически во всех конкурсах, с международным участием, в республиканских конкурсах, в акциях. И, конечно, где-то, может быть, ребята уже говорят, что очень много, да, много этих мероприятий. Но я думаю, что вы понимаете, что здесь мы готовим не просто специалистов, мы же готовим настоящих патриотов нашей Родины, да, граждан, вернее, да, примерных семьянинов, чтобы они создавали традиционную семью, чтобы они остались здесь после того, как распределятся и не уехали в какие-то дальние края, потому что нам хочется, чтобы нас тоже лечили, в том числе наши выпускники. Да. Поэтому, конечно, работа проводится очень большая, я думаю, как и в любом другом, не только медицинском колледже, они, в принципе, воспитательная работа, она во всех колледжах проводится. Очень большая, по очень многим направлениям. Но знаете, мы часто, когда говорим с будущими врачами или с теми, кто их обучает, мы прекрасно понимаем, что обучение любой медицинской специальности, неважно на каком уровне, это не получается от сессии до сессии. Это непрерывная ежедневная работа. И в такие минуты мы спрашиваем, а как же на это все хватает времени? Как же удается найти после этих сложных занятий, формул практических занятий, еще время на то, чтобы петь, танцевать, помогать другим людям, заниматься каким-то волонтерством. Участвовать, да, в отрядах студенческих. Да, быть в студенческом отряде, а еще, может быть, и возглавлять его. Вот расскажите тогда, давайте, может быть, или Элеонора, или Светлана, с кого угодно можно начать. Вот неужели вам... У вас так было много свободного времени, что вы подумали, почему бы мне не посвятить его еще и вот общественной работе какой-то? Ну, Элеонор, давайте с вас. Ну, так как я являюсь командиром студенческого отряда, также я работаю. После занятий иду на работу. Уже в кардиологии, в
Полоцке. Ага. Ну, то есть в больнице? Да, младшим персоналом. Ага. Уже как год и 7, я тружусь там и очень этому рада. Это моё... То есть вы на первом курсе или в начале второго? Вы... Я, получается, после первого курса летом пошла, сдала сессию, пошла работать сначала в поликлинику, а потом на втором уже в начале пошла работать в кардиологию. Угу. Уже набираться опыта. Я бы к вам прилегла, если надо. Если ребенок идет, вот, так сказать, с первого курса пошел. Хорошо, и скажите тогда, пожалуйста, вот это все. У вас, я так понимаю, вы студенческий отряд медик, да, возглавляете? Причем круглогодичный, я так понимаю, вообще без остановок, без перерыва. Какие у этого отряда функции и зачем вам это нужно? Ну, первая функция – то, что они дают работы, и работа поощряется зарплатой. А, то есть члены вашего отряда могут работать? Да. Понятно. Все так. Члены нашего отряда работают. Угу. Это вот именно поэтому он и отряд? Да. Угу. Также, помимо того, что мы работаем, также мы посещаем разные мероприятия, участвуем в конкурсах, также пытаемся, ну, не пытаемся, а устраиваем какие-то мероприятия. Ну, вот. А ваша роль как руководителя этого отряда в чем заключается? Ну, если все работают, каждый работает на своем месте, там есть кураторы, наставники, которые этим всем занимаются. А вы, Элеонора? Ну, Элеонора руководитель. Да. Молодец. Хочу добавить, она еще у нас и староста группы. И вот вы задавали вопрос, как можно все успевать. Если организовать себя, то можно все успеть. Элеонора, наверное, пример вот этого студента нашего учащегося, который успевает везде. Я даже не знаю, можно ли научить себя самоорганизации, или это врожденный талант? Иди к Ирине Казимировне поучиться, она тебя научит. Светлана, расскажите, вы член молодежной инициативной группы? Да, мы совместно работаем с организацией «Красный Крест». Мы участвуем в акциях, которые пропагандируют здоровый образ жизни в нашем колледже, в нашем городе. Мы устраиваем флешмобы, помогаем одиноким пожилым людям, которые нуждаются в нашей помощи, и поддерживаем наш город. Ну, это тоже в свободное от учебы время. Да, конечно. И это, ну, простите, я буду так меркантильно сейчас рассуждать, и это не приносит дохода, и это не является, как-то не компенсируется какой-то зарплатой. Ну, нас поощряют добавками к стипендии, но в первую очередь это знакомство с людьми, и хорошее проведение времени. На самом деле для медика это действительно очень важно. Да. Очень важно, вот это вот, особенно вот для вас, как для практиков, вот это вот самых низов, общение с разными людьми, то, что вы видите разных людей, вы видите разные заболевания, вы учитесь с ними работать, вы учитесь помогать людям, вы учитесь видеть в людях именно то, где ваши силы могут прилагаться. У меня еще вопрос вот к Ирине Казимировне. Хорошо, дети... Я даже пойму, дети действительно, на самом деле, они разносторонние, они, в конце концов, у них энергии много. Вот скажите мне, пожалуйста, с точки зрения преподавателей, вот вы озвучили, я так понимаю, не все озвучили, чем вы занимаетесь с ними вот в неурочное время, и отряды медицинские, там, и ЗОЖ, и другие направления, и вы их воспитываете. Вас волнует, какая будет у них там семья, какие у них взгляды на жизнь. Ну, слушайте, сегодня, особенно в колледже, уже школы этим не очень так. Ну, занимаются, конечно, но, может быть, не в первую очередь. Но колледж, ну, вот эта вот воспитательная работа, она сегодня как? Ну, я вам хочу сказать, что воспитательная работа – это не только моя работа, это работа всех, кто работает в колледже. Ведь преподаватель, приходя на занятия, он уже воспитывает, переходя, да, порог аудитории. Ну, конечно. Он уже воспитывает. И есть специальная служба. У меня есть еще педагог-организатор, есть социальный педагог, педагог-психолог. Шесть объединений дополнительного образования. Сейчас у нас появился руководитель по военно-патриотическому воспитанию, что сейчас, конечно, очень важно. Это люди, которые воспитатели общежития, те, которые непосредственно занимаются вот этой воспитательной работой. Но еще раз повторю, это работа всего коллектива. И то, что вот мы говорим для медиков, очень важно, вот эти наши мероприятия, которые проходят во внеучебное время, они учат самому главному, наверное, качеству для медика – это милосердию и любви. И совершенно они по-другому раскрываются,
наши учащиеся, когда они приходят помочь женщине, которая лежит, да, инвалид. Или совсем недавно посещали узницу концлагеря «Осиенсен», у которой еще остались на руке эти цифры, да, и они услышали из первых уст, как это было, получили книгу в подарок, они пришли, просто были в каком-то таком эмоциональном шоке. Шоке. И когда они сделают какое-то просто доброе дело, да, ведь мы не только с Красным Крестом, мы со всеми нашими организациями, и организациями культуры, и организациями, конечно, нашими больницами, да, у нас очень много флешмобов с поликлиниками, с нашей центральной городской поликлиникой, поэтому, конечно, в первую очередь мы должны научить здоровому образу жизни не только себя, медиков, но и населения. Поэтому то, что они будут этим заниматься и дальше. Вот помимо того, что Света говорила, что есть у нас молодежная инициативная группа «Эверест», она как раз под эгидой Красного Креста организовывалась и швейцарского, и белорусского Красного Креста. И продолжает свою работу дальше. Помимо этого, у нас практически все наши учащиеся – это волонтеры. У нас создан волонтерский клуб «От сердца к сердцу». Ну, где-то так я бы сказала, что практически, наверное, каждый в какой-то акции волонтерской поучаствовал. То есть таких равнодушных у нас нет. И это очень радует, потому что медик не должен быть равнодушным. Это безусловно. Конечно, и это, безусловно, ваша заслуга. И я вот даже думаю сейчас, что если ваши дети, ваши учащиеся идут в больницы, идут в поликлиники, идут к людям и даже просто видят старость, видят немощь, видят страдания болезни. Ведь дома, ну, слава богу, не всегда можно это увидеть. Это то, что нужно именно вот этим профессиям. Именно вот этим. Для чего медсестра? Для того, чтобы, ну, для того, чтобы выхаживать. А это очень такой, я бы даже сказала, ну, не то что забытый, но такой, несколько, вот, мне кажется, упущенный такой вот институт. Выхаживать больных сегодня, ну, это не так, как вот когда-то к этому относятся. Я обычно говорю нашим учащимся, ведь нет ни одной профессии, которая бы названа была такими родными словами. Сестра, да, и брат. Да, да. Да, и это уже сразу накладывает отпечаток на то, что здесь должны быть, как мы называем, профессионально значимые качества. Конечно, да? Конечно. То есть, я уже говорила, доброта, милосердие, любовь к людям, готовность помочь, да, несмотря на какие-то конечно, там свои, да. Свои, да, заботы, жизнь, проблемы, да, сложности. Да, да, да. И когда они идут уже работать, то, конечно, это очень важно, потому что мы все хотим лечиться вот у таких, правда, да, медиков? Безусловно, безусловно. Чтобы они нас выслушали, чтобы они нам помогли, чтобы они к нам пришли. Опять же, врач не всегда проводит много времени с пациентом. Да, да. А больше времени, конечно, проводит уже чтобы они сделали не больно, да, да. У нас есть еще несколько минут до того момента, как мы попрощаемся, но не совсем, потому что, конечно, мы уже говорим о том, насколько разносторонние ваши учащиеся. Прям с первого курса вы отбираете тех, у кого есть голос, слух, хореографические данные, и дальше уже и другие способности, и дальше уже как-то строится работа. Совсем чуть-чуть познакомьте нас с творчеством. Я уже говорила, что у нас 6 объединений дополнительного образования, где работают педагоги дополнительного образования. И вот то, что вы называли, конечно, нам очень важно, потому что мы на концертных площадках выступаем различного уровня. Мы еще важно увидим найти таких ваше творчество тоже. К сожалению, у нас вот с этим немножко есть проблема, потому что у нас мало учащихся. И найти вот таких учащихся, у которых, ну, скажем так, конкурсных, у нас где-то бывает 2-3 человека в год, которых можно зато выставить, каких? Да, на конкурсы, на кастинги. Вот, к примеру, вчера у нас в Полоцке проходил кастинг «Звездного пути». И одна наша учащаяся, Фурская Арена, попробовала и пошла туда. Ну, молодец. Молодец. Она преодолела себя и уже пришла туда.
Поэтому, конечно, мы уже, кружки наши начинают работать с октября, поэтому в сентябре вместе с кураторами педагог-организатор и педагоги дополнительного образования уже выискивают, да, таких наших будущих звезд, скажем так. И даже если они не признаются, талант не все равно найдут. Кстати, и раскроют. Да, да, бывает так, что они не признаются, но были такие случаи, когда на третьем курсе мы вырыли, да, а теперь она поет на всех больничных мероприятиях в Новополоцкой больнице. Поэтому, ну, еще я только хочу вам добавить, наверное, у нас есть еще одно направление, которое не во всех колледжах есть. Это сотрудничество с православной церковью нашей белорусской, именно с нашим монастырем. Ефросиньевским. Да, со Святой Ефросиньевским, Ставропигиальным монастырем. И здесь вот тоже очень важно, потому что там не только идут дети верующие, но идут разные дети. И это тоже многих учит добру, милосердию. Там уже, да, тем же направлением. Да, смотрите, вещи. У нас совсем мало времени осталось, совсем мало. Я хочу очень быстро, чтобы просто по 10 секунд каждая из девочек тоже успели сказать. Ну, скажите хотя бы, какие у вас планы на будущее? Прям быстренько. Элеонора. Ну, наверное, приступить к своему будущему рабочему месту. А кем вы хотите? Как, вот. Ну, нас уже распределили. Ага. Я еду на район, в Воронческую амбулаторию. Это Полоцкий район? Полоцкий район, да. Ну, то есть там будет не только кардиология, вы будете там заниматься разными направлениями? Все, кардиология, вот у меня осталось 2 смены, я ухожу с этого прекрасного будете места. Будете к ней возвращаться когда-нибудь? Да, думаю, что я вернусь к ней. Вам это нравится? Да. Ну, вот работаете. И ждут меня там, и я думаю... Наберетесь практических навыков, и да. Света, а вы? Я поеду в Горчаковскую амбулаторию, тоже в Полоцком районе, приступлю к своей работе, как помощник врача. Ну, я думаю, что вот уже жители этих районов вас уже увидели. Мы еще не сказали, что очень хорошо работает у вас сайт, у вас есть телеграм-канал у своего колледжа, и все вопросы, которые возникли у наших зрителей, можно посмотреть там у вас, и все, ответы на все вопросы найти. Но я должен еще выполнить одну важную миссию. Дело в том, что «Вечернему Витебску» исполняется в этом году 10 лет, и мы подготовили 10 классных призов для наших телезрителей. И я думаю, что постоянные зрители прекрасно понимают, что нужно делать, но для тех, кто, может быть, подключился только сейчас, напомню, что нужно собирать счастливые слова на протяжении месяца. Сегодня счастливое слово «медицинский». Счастливые слова нужно собирать для того, чтобы в конце месяца из этих слов составить небольшой рассказ, после специального анонса прислать этот рассказ нам, и среди авторов всех рассказов мы разыграем приз месяца, и напомню, в мае это телевизор. Но это еще не все. Осенью, в день рождения нашей программы, среди авторов всех рассказов и участников всех месяцев мы разыграем наш главный приз, это будет путешествие. Подробности вы найдете на vtv.by. Ну а сейчас у нас будет возможность убедиться в том, что невероятно талантливые учащиеся Полоцкого медицинского колледжа. И они талантливы во всем, не только в своих будущих профессиях, но и в своих способностях, которые у них тоже в колледже развивают. Елизавета Астукевич, 2-й курс, специальность «Сестринское дело», сейчас будет завершать нашу программу. Мы пока пригласим всех участников нашей передачи сюда за стол. Всего доброго, пока, увидимся. Куточек Беларуси, маленькая родима, где с самого дятинства все мило сердцу так. Схилившийся рабина обудит успомины с вербой, что ля калитки под родный клич отдал. Схилившийся рабина обудит успомины с вербой, что ля калитки под родный клич.
моя родима, я на житё дала мне, как жиделя я е. На вскрай полёв духмяных у вёсцы невялічкай душа отпачывае. Где давай крынички, в низиночку до речки, с высоких берегов, коли идешь по стежцы, да где давай крынички, в низиночку до речки, с высоких берегов, в земли батьку. Той водой крынічнай, што сілы надае, бліжэй быць немагчыма, бо тут мая радзіма, я на жыццё дала мне, каб жыць дзеля яе. Каб ты заўжды квітнела, я ўсё зрабіў. Прыгажосці гэтай дзівіўся цэлы свет, з павагай ды пяшотай, што захлынаюць душу, я ў сэрцы назаўсёды. Я на жыццё дала мне, каб жыць дзеля.